И снова радую Мадагаскар одуванами. Опять-таки не все еще проснулись, они ночные, но там вот не поделили один кусочек. Начинается драка. Один товарищ пытается выбодать, выпихнуть остальных. А то, что там еще вавам везде, ну как бы невдомек. Так тоже в жизни бывает. Так что вот тут всем хватит. Да. О, тут вообще нормально, мирно все кушают. Замечательно. Все три колонии получили такую вкусняху. Вот как раз поедят, надо будет это все у них убирать. Вот эти черные полосочки, это какашки. Угу, там в ленте есть чистка контейнеров, как это выглядит. Это не обременительно, каждые 3 дня выгрести, ничего страшного. Зато чисто и никакого запаха. Здесь тоже ради маленького кусочка организовали такой ажиотаж. Да, а вот там еще есть, еще есть. Ну, это колония уже почти доела свои одуваны. Они как-то раньше расчехлились, а и вот накинулись целым табором. Угу. Кстати, мраморным я тоже выдаю. Но они вот сейчас попрятались, когда открываешь крышку контейнера. А потом унюхают, повыходят и тоже будут кушать с удовольствием. То есть им тоже это нужно и полезно. Альтернатива морковке. Так что дуванчик — это хорошее культурное растение. Полезное. Да. И себе можно листики кушать. Некоторые мед со цветочков варят. Но я такой фигню не страдаю. Мне в детстве хватило. А так вот, как салатик, это да. Это классная тема.